перекрываешь, чтобы так или вот так. Нет, не надо, чтобы она... Он тебя растопорит рукой. А куда ты не улетел? Хорошо, и вот сюда направо. О, хорошо. Смотри, вот есть, как всегда, всегда есть желание быстрее закончить схватку, берешь это. Но ее надо, значит, что ты заберешь здесь, а у тебя рука бодрит на уровне. А задача ее как бы вот все время, чтобы перекрывать. Знаешь, почему не прошло? Как бы рукой водить. Значит, что ты как бы держишь привод прямо спину, атакуешь не бицепсом, разгибая ему руку, а спиной разгибаешь. То есть у тебя не задействован бицепс здесь. Как бы своеобразно так. Еще смотрите, вот, как бы работу смотри, вот я сейчас покажу, смотри, иди сюда, ты смотри, смотри, как я ногу поставил. Ага. А у тебя она вот такая, ты здесь сгибаешь, а это тебе тормозит, а я, видишь, выпрямил. С расслабленной ногой. Да, да. Ударяй ногу. И перекрывается, смотри, как она. Видишь? То есть вот. Вот особенная. Смотри, поближе, ты ее никогда не вытянешь, если у тебя нога как бы своеобразно под тобой не получается. Если ты с рычага здесь делаешь, вот здесь она должна быть. Угу. Тогда ты, да, да, вот.